Да. Они хотят ближе. Подходи ближе, говорят. Ближе. Всем привет! Он крутился. Всем привет! Сегодня... Джимми! Ача! У нас сегодня Рождество! С праздничком! 25 декабря! Проведите этот день вместе с нами, и мы вам покажем, как отмечают Рождество индийцы в Индии. Как отмечают? Штат Гоа, деревня Арамболь. Вот за нашими спинами веселые ребята. Не знаю, Джимми, Ача, но вы все знаете эту песню. И ты знаешь. И не забудьте сдачу. Сдачу? Вот такие веселые ребята. И мы начинаем с ними свой рождественский день. Ням-ням-ням. Сегодня решили взять макароны. Какие? В красном соусе, ну типа с томатом. Положили огурцы, и это базилик. А это, наверное, чеснок, да? Или сыр? Сыр, наверное. Как интересно, порезан кубиками, мелкими-мелкими кубиками. Пробуй, как на вкус? Белый это не чеснок, это сыр был мелко порезанный. А здесь не очень много томата? Не будет изжоги от этого? Будет очень вкусно. Надо иметь большой рот, чтобы кушать спагетти. Вообще спагетти подают с ложкой. И надо закручивать в ложку и потом кушать. А это что, не мясо? А что там? Грибы. Жюре, как свяльни спрею, но ремани ж газденьте. Пенегу брашу. Жюре, бо Иисус, как с дедас. Да та штурбуть верести сужьи. А официант говорит, баба, ты ж не должен попрошайничать. Ты должен просто ходить, и тебе кто подаст, тот подаст. Не видно. Приходил какой-то страшный дед, а за ним страшная баба, яга. Ужас какой-то. Хочет нас напугать. Здесь столько ходит попрошаек, что уже по-другому просто на это реагировать невозможно. Целые потоки. Такое ощущение, что их привозят автобусами или поездами. Не-не. No. Идет еще одна компания, которая просит денег. Никого не пройдут, всех обойдут, в каждый шек зайдут, просят денег для каких-то детей. Местные дают. Молодцы. Вот сидит женщина, индианка, дала. Молодец. Оля Ру пока нашла. Давай! Мэри Крисмас! И майка у тебя вот такая, Че Гевара. А шапка вообще улет. Это кожа? Шапка кожаная? Жарко, говорит, жарко. А, жарко? Да, окей. Пока. Взрослые люди, как дети, приезжают и радуются морю, жизни, праздником. Давай, катись до моря. Давай, катись. Катись. Я его попросила, и он катится.
Ай, барели, барели, барели. Ай, барели. Мадам, 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 please, please. Давай, 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 давай. Как малые дети. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Воду, воду. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Все? Словили! Фотографируйте со мной, а я с ними снимаюсь. Merry Christmas! Espanol. Merry Christmas, ma'am. Lithuania. Thank you, Lithuania. I want to get back, ma'am. Video, video, video. Merry Christmas, Lithuania. Merry Christmas! Не, они еще не успокоились. Сейчас будут все вместе фотографироваться. Увидели, что я их снимаю. Но они не подозревают, куда я их снимаю. Такие веселые ребята. Почему-то подумали, что я из Испании. Говорю, не, из Литвы. Спасибо, мэм. Сколько их там? Человек 10, да? Ну, позирует, кто как. У всех одинаковые майки почти. Давай, давай, все, 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 все. Merry Christmas! Вот он, бублик. Индийский бублик. 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 Merry Christmas! Сегодня опять отлив. И когда бывает отлив, не очень заметно, сколько людей. На самом деле сегодня очень много местных. Ветерочек такой приятный. В этом шейке всегда лежат только местные под завязочку. И одна белая. Ну, одна, вторая, да, бывает белая девочка. А в основном почему-то здесь любят лежать местные. Прогуляемся чуть-чуть по пляжу, покажем вам. А, наши подписчицы, кстати, да. Здравствуйте! 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 Здравствуйте. С Рождеством! Спасибо. Хоть не отмечаете, но все равно. Спасибо! Всего хорошего. В кадр попали, потом смотрите, будет. Да-да. А скажите, откуда вы? Ижевск. Ижевск. Вот, передавайте всем привет. Удмуртия. Ох, как это далеко. Всего, всего хорошего, девчонки. Вот, это наши две подписчицы были. Они к нам подходили. Как далеко. Из Удмуртии приезжают. Но они почему-то всегда лежат здесь, любят среди местных, местного колорита, так сказать, немножко. Гремит музыка, я пытаюсь ее заглушить своим голосом, иначе никак. Загорает людей именно вот под солнцем очень мало. В основном все лежат под зонтами. Я, когда хочу позагорать, я беру стул, сажусь на стул и тогда загораю. Давай пройдем, чуть покажем. Вот, что тут у нас хорошего есть, как всегда, кокосы, кукуруза. Местные приезжают, устраивают алкотуры. Но вы знаете, я сегодня видела, они любят выпить, но делают себе такие коктейли. Рядом лежали ребята, вот эти веселые, которые были в начале видео. Они пиво разбавляют водой. Получается такое... как слабый-слабый чай, напиток по цвету. Я думаю, что он и не крепкий. И вот это все местные ребята. Индийцы приезжают со всей Индии большими компаниями. Веселые, доброжелательные. Многие в воде. О, надо подойти, показать там. С детьми. Над детьми они очень трясутся. Рядом лежала женщина, у нее два мальчика.
Она прям переживала, он по щиколотку заходит в воду, она уже все кричит. Очень боится, чтобы они не утонули. Не знаю, как в Индии построено это дело. Бассейнов, наверное, нет, поэтому они не умеют плавать. Вот, купаются. Плавают они почему-то в одежде все. В чем пришли, в том и плавают. Ну да, они раздеваются в одежде, и мужчины, и женщины. И вот стараются ближе к берегу, потому что плавать не умеют. Спасатель отгоняет. Да, сегодня у спасателей очень много работы, и он прям на мотоцикле близко-близко и прижимает всех ближе к берегу. На белых людей спасатели так не реагируют, а именно вот на своих, на индийцев, очень реагируют, выгоняют из воды. Сегодня здесь не пройти. Все к морю, все к морю. А вы знали, что так можно? А может, хочешь шампанское по поводу Рождества? И вот это центральный вход на Арамбольский пляж. Движение иногда здесь такое бывает, что мы просто вот люди пройти не можем. И пробки здесь бывают, и вечером, и днем. Паркинг здесь платный. Не знаю, сколько стоит. Всегда можно найти здесь такси. И байк-такси, и машина-такси. Вон там стоит мужчина, всех обелечивает. Ой, с какой-то ленточкой машинка. Может, какая-то как свадьба или что? Или просто... Ага, это нам уже, да? А куда нам деться? Куда хочешь? А, ну да. Так, еще кому-то мы мешаем. Вот такое здесь движение. Сейчас сходим домой, переоденемся после моря. И сходим потом погуляем еще в самом Арамболе. Ох, какой большой. Привет. Так, мопеды пошли. Три ряда, ребята, давайте, давайте. Мы вас всех пропустим. Так, индийские горки. Сейчас самое главное перейти дорогу. Видите, какое движение? Просто сумасшедшее. Сумасшедший трафик. Пришли домой, представляете, кошки нет. Она обычно нас встречает. А что случилось? Мини? Мини, ты где? Не поняла. Мини, я корм купила. Нету. Вот это поворот. Неужели с рыжим поругалась? И банан кто-то сломал. Большие бананы я подпираю, а маленькие не подпер. И вот он сломался. Интересно, успеет вызреть или нет. Но бананчики как пальчики. Маленькие-маленькие. На папайю я мешок одел. Не знаю, может, она уже готова. Чтоб обезьяны не видели.
Она вот зелененького цвета. А так она желтая. Интересно, сколько еще дней ее держать? Представляете, мы ее так накормили днем. Я иду специально тихонько. Она спит. Вон она. Смотрите. Мини, ты все проспала. Да, мы пришли. Как это так? Мы пришли, а тебя нет. Ты моя хорошая. Как ты дом охраняешь? Скажи, я кот, я не должен охранять. Да. Нет. Вы принесли мне что-нибудь вкусное? Принесли. Идем, педигри кусать. Скорей, свежий Иди, купили. Пошли. Это я выращиваю. Ты или Роза? Я, Роза в таких маленьких мешочках выращивала, я посадил его нормально. Угадайте, что это? Вот это и это. Что это такое? Могу сразу сказать. Джинджер. С рыбой тебе. Ой, какие они разные. Минька, ты таких еще не пробовала. Посмотри, в виде рыбки сделаны. Ого. Всякие подушечки, зеленые. Ой, это очень вкусные, мини. Давай тебе, чтобы запах передался. Мокает. Вкусные, да? Роза таких не покупала. Был комментарий, что непонятно, почему Виктор бегает к Розе. Туда вниз помогать ей. Так посмотрите. Она мне целый список написала. Роза уехала, Виктору оставила письмо. Смотри, for Christmas lights, окей, okay. На Christmas свет, это хорошо. Nights on in balcony, окей. Okay. И ночью надо на балконе, тоже окей. Okay. Остальное все надо выключать. Да мы вообще ничего не включаем, мы экономим. А на Christmas надо включить. Сейчас пойдем включим весь, всю иллюминацию. Я вчера включал. Ты сначала попробуй, может, не надо. Кетчуп очень, очень вкусный кетчуп. И еще написано вот 60 рупий фри мне дали. Покажи, там картошка есть, за овощами и не видно. Выцегани одну картошку. Батька, дай ты им нормальные бульбочки. Покажи. У них она как пластмассовая. Нет, я долго варила. И видите, не почистила шкурку, а вот так просто потерла и все. Мы так дома всегда молоденькую делаем. Вот. Со шкуркой. Еще был комментарий, что если 4 или 3 урожая собирают картошки, то земля истощена. Но я думаю, что истощенная земля не уродила бы вот такой картошки. А вы не знаете, что такое силооборот? И, кстати, тарелка выглядит очень большая, а у меня еще больше, вот. Просто они маленькие, и получается, как будто много еды. Огурцы пахнут огурцами. Кьюкамберами. А помидоры, да, помидоры. Томатос. Они у них вот чуть-чуть такие, как будто зеленые, но вкусные. А это что, с 5 дырками? Что это такое? Очень вкусный овощ. На, ты кушай его. У тебя тоже есть. Ну, у меня поменьше хоть, во. Нормальный. Мы такие же на базаре видели в этом. Хрустит даже. В Турции. И в отеле в Турции давали. Но тебе они там не понравились, потому что они были переваренные, перетушенные. А у меня альденте. Альденте очень полезно для организма. Тогда хрустит. Организм тратит больше калорий на то, чтобы переварить пищу, чем она сама имеет калорий. Роза весы спрятала, я бы взвесился. Я прям чувствую, как в форму вхожу. В хорошую? Да. Кстати, картошка в этот раз вкуснее, чем была прошлая. Видно, другой сорт, очень похожий на нашу литовскую винету. А я спросить хотел, як бульбочка тебе? Очень вкусно, очень. Или потому, что я картошку люблю, а Виктор больше любит рис. И он меня замучил этим рисом на пляже в Шеках. Давай рис каждый день. А я уже хочу картохи. Дайте бульбы дайте. Бульба есть.
А тем временем очередь на море не заканчивается. Мы побывали дома, а машины все так и стоят. Эти их подперли, и те оттуда выехать не могут. Интересно? Да-да. Интересно, где они все там смогут припарковаться? Площадка-то не резиновая. Немного вам отсвечивает солнце. Ну вот сейчас. Хорошо видно. А, даже стоит регулировщик. Давай, 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 говорит. Ты едь сюда, а эти потом поедут туда. Посмотрите, сколько байков. Это все стоят. Написано, нет. Парковка нет. Парковка нет, но паркинг. Но все равно все ставят здесь именно свои байки. Не хотят платить там около моря. Ого, сколько их сегодня. Ты посмотри, что делается. Обалдеть. Это обязательно надо вам снять и показать. Негде пройти. Такого еще не было. Вот вам, пожалуйста, и Merry Christmas. Парковка нет. Парковка нет, все приехали на море. Обалдеть. Этого еще не было. А что ж будет на Новый год? А? Вся дорога уставлена мопедами. Был комментарий, только что прочитала. Человек из Торонто пишет: вы снимите, как готовятся местные к Рождеству. Ну вот мы идем конкретно сегодня, 25 декабря. Как они готовятся к Рождеству. Эти ребята, которые продают, они так и продают. Все, кто работают в кафе, обслуживают туристов. А у нас даже паромы не ходят. Да, а в Литве сегодня паром, который ходит из Клайпеды в Киль, он сегодня не идет. Праздник, а здесь все работают. И вообще, местного населения здесь всего около 5000. Так, надо как-то обойти мужчину аккуратно. И поэтому все, кто в сфере туризма, они вот так же и работают. Вечером и утром они идут в костел. Вот и весь, вся подготовка к Рождеству. Много туристов местных приехало на Рождество. Мы вам показывали уже чуть ранее в этом видео. И они там на море отдыхают, развлекаются. Еще вы писали, это же человек из Торонто писал, что, ну, типа, я так поняла, вам надоели наши видосики, но вы потерпите, осталось совсем немного до Нового года. И уже с 1 января я не буду выставлять видео каждый день. А если уж вам совсем надоело, тогда, ну, что я могу сказать, не смотрите. Осталось совсем чуть-чуть. А есть люди, которые прям просят, говорят, с утра прям так хочу посмотреть, так хочу посмотреть, да, беру есть... чай и жду. Некоторым нравится, некоторым не нравится, я все прекрасно это понимаю. Ох, как их много отсюда выехало. Но, говорю, после Нового года уже каждый день выставлять не будем. С какой частотой будут выходить ролики, пока не знаю, но точно не каждый день. Так, ребята... Как-нибудь надо пройти. Так, так, идем, идем. Идем, идем. Идем, идем. Идем, идем. Идем, идем. Обалдеть, идем посмотрим. Или они его из песка вылепили? Нет, головой кивает. Головой кивает? А ради чего это? Просто развлечение такое?
У Виктора сегодня сок опять папайя, а у вас банана, банан с дыней. С дыней. Да. Но здесь это назвать соком тяжело, потому это что... пюре. Да, детское пюре. Да. Как это? Детское питание. Очень полезное. Очень полезное. Как ваше имя? Дмитрий. Дмитрий? Да. А вы откуда? Из Москвы. Очень приятно. Будем знакомы. А мы из... Откуда мы? Из Балашихи? Мы, да. Из Балашихи. Балашихи. Да, вот, пожалуйста. Вот. Балашихи недалеко от... Откуда? Я жил. Да? Я жил в Некрасово. В Некрасово. Да, господи, вот Балашиха. Это мы рядом живем. Мы же из Дорожного вообще. Вот Зубор. А вы Некрасово, что там? Через болото. По тропинке. Дмитрий, а вы который раз в Индии? 20-й или 25-й. Да, ну и как вам Индия? Нормально, да? Прекрасно, да? Ясно. Спасибо. Вкусно, дешево. Спасибо, море. Люди потрясающие. Да, понятно. Что вот гости, что дадутся, все потрясающие. Ясно, спасибо. Не на что. Возвращайтесь. Сигареты с гвоздикой. Очень-очень... сильный аромат. А вкус какой? Гвоздики. Гвоздики? И сколько они стоят? Блин, 140. 140? У вас сигарета поломалась? Она погнулась. Нет, поломалась. Поломалась. Очень хрупкий сигарет. Это очень хрупкий. Несу твой десерт, thank you. Это мороженое или... Это десерт. Вот это я хотела, вот это. Здесь клубника, клубника, а это взбитые сливки. Здесь можно поменять, разное может быть. Саша. Хотите, да? Правда, как красиво? Там можно сок разный. Нет, вот это вообще супер. Клубника. Рекламирую, рекомендую. Лиза, как тебе десерт? Супер. Правда? Мороженое, клубника. А вы что скажете, молодой человек? Великолепно. Великолепно? Даже мужчине нравится такой десерт. Мне очень нравится. Ребята из Балашихи. Рома. А и Рома не хватает. Десерт. Да, было бы красиво. Ром и зажечь его. Да, и все спалить. Джимми. Ача. Вот так прошел наш рождественский день вместе вот с вами. Прошло. Не забывайте лайкосик. Встретимся уже завтра. До скорых встреч. До свидания. Пока-пока.